Всем привет! Давайте еще позебрашим немножко. Вот такая шестереночка. Тоже интересная штука. Давайте попробуем, как это все дело делается. Тяжеловато, конечно, но пошли учить это тело. Так, открываем опять наш цилиндр. Выравниваем его как нам надо. Нажимаем опять же интерлейзер. Уменьшаем по Z. Теперь уменьшаем дивайды. Они нам не нужны. И делаем Make Polymesh. Открываем теперь PolyF. Вот такая фишка у нас получилась. Немножко приближая это дело. И теперь самое интересное. Давайте уменьшим полозок. Вот такая фишка у нас. Нажимаем, значит, выбираем, давайте, наш инструмент, это The Modelier, кнопку. Теперь нажимаем пробел. Нам нужен вот этот сплит. Если мы нажмем так, вы видите, везде включается у нас сплит. Для чего это нужно? А для того, чтобы нам вытянуть середину. Давайте попробуем опять. Вот так у нас все это дело вытягивается. Ну, я думаю, нам хватит. Правильно получилось, неправильно. Сейчас посмотрим. И теперь жмем Insert. Ставим Polygroup Island. И теперь давайте это дело сделаем. Так, уберем. Это тоже уберем. Давайте сплит опять прогоним. Вот так мы его сделали. И теперь давайте нажмем Insert и нажмем Polygroup Island и Inset регион. Вот эту кнопку нажмем. Теперь берем наш полигон. Вот так мы его поставим. И теперь нам это дело надо экстрадировать. Так. Не экстрадировать, а нажмем QMesh и опять же Polygroup Island. Нажмем теперь наш Shift. Сделаем вот так вот. Видите, как она ходит. Сделаем, значит, вот так. Теперь что мы дальше делаем? Теперь мы жмем. Давайте теперь нажмем Insert. Insert. Так, что он нам покажет? Polygroup Island тоже оставим. И вот так вот сделаем теперь. Теперь вот эту фишку мы жмем экстрадировать и вытягиваем ее вперед. Вот такая фишка у нас получилась. Опять жмем Insert. Опять жмем Polygroup. Опять делаем такую же штуку. Опять жмем экстрадировать. Убираем ее вглубь.
Вот такая у нас штукенция получается. Давайте опять нажмем Insert. Опять сделаем такую же фишку. И опять нажмем Extrude. И вытянем ее вперед. И еще разочек так повторим. Insert. И теперь жмем опять Extrude. Жмем ее назад. Вот такая фишка у нас получается. Неплохо, да? И давайте теперь выберем сердцевину под нашу шестерню. Нажимаем опять же Insert. Делаем вот такую вот штукенцию. Вот так давайте сделаем. Теперь жмем Extrude. Вытягиваем ее. Здесь больше поля оставили. И теперь жмем опять Insert. И уменьшаем, вот такую фишку делаем. Так, пардон. Вот такую фишку делаем. Все, мы ее сделали. Теперь нам надо сердцевину убрать совсем. Как мы это будем делать? Сейчас объясню. Так, а вот теперь нам эти полигоны, и надо вот эту фишку как-то удалить. Сейчас дайте вспомнить. Нажимаем пробел. Так, delete. Insert, не то. Это, вот, delete. И polygroup all. Вот так мы это все дело сделаем. Так, не так. Давайте теперь это дело экстрадируем. Extrude. Уберем вдаль. А вот теперь нажмем Delete, Polygroup All. И нажмем, ух, ё, много. Так, а что ж она у нас закапризничала? Давайте экстрадируем опять. Бывают здесь такие фишки. Вот так мы ее уберем вглубь. Жмем опять же Delete и не Polygroup All, а Polygroup Island. И давайте посмотрим. Вот такая фишка у нас получилась. Давайте посмотрим, как она выглядит. Ну, ничего, так шестеренка. Можно другой дизайн сделать. Давайте теперь с боками разберемся, как вытянуть наши шестерни. Так, давайте теперь еще одну фишку сделаем. Нажмем на ребро. Крест нажмем. И попробуем
нажать. Что у нас получилось? Получается двойная полоса. Так. Но получается она не везде. Нам надо, чтобы она была полностью по всему ребру. Давайте еще раз нажмем. И выберем комплект, комплект. И вот так вот, чтобы потом меньше, когда subdivision будем делать, чтобы она меньше закруглялась. Вот двойная полоса получается у нас. Все. Классно все. Поехали теперь дальше. Так, и теперь сделаем, давайте, еще одну фишку. Так, Ctrl-Z. Выберем вот эти вот Ctrl-Z. Alt, Alt, Alt. И погнали выделять вот эти все через одну. Зажатый Alt и левая кнопка мыши. Дело это такое долгое. Так, все, вот мы выбрали. Теперь что нам нужно с ними сделать? Нажимаем пробел, выбираем Extrude, полигруппы все ставим и попробуем, что у нас получится. Вот такая фишка у нас. Вот так аж можно делать. Кстати, можно колесо так делать, деревянное. Идея пришла сейчас. Так, вот так мы это дело делаем. И теперь нам нужно вот эти фишки чуть-чуть сгладить. Зажимаем Alt. Опять же, жмем по верхам. Жмем по верхам, прогоняем ее. Так, и теперь что нам нужно сделать? Опять нажимаем пробел, жмем Bridge. Так, попробуем, посмотрим, что получится. Так. Так, жмем не Bridge, значит. Bevel. Жмем Bevel, ставим Inner. Polygroup Inner. Сейчас посмотрим. Вот такие у нас получаются грани. Все правильно получилось. Вспомнили. Зашибись. Так. Ну вот такая у нас шестеренка получилась. Давайте посмотрим. Ничего, так пойдет. Дальше давайте посмотрим, что с ней можно сделать. Давайте теперь зайдем в геометрии. Dynamic Subdiff. Жмем Dynamic. И посмотрим. Ой-ой-ой. Что-то нам это не надо. Так, оставим вот так. Давайте еще посмотрим, понажимаем тут.
coverage, полигоны, о, добавляем полигоны, видите, как все изменяется, становится глаже, вот четкая такая стала у нас шестеренка. Давайте еще Flat Subdiff посмотрим, что это такое вообще. Вот он там прогоняет что-то. Ну ничего так, меня устраивает такой внешний вид. Давайте еще посмотрим, опять же, как и в прошлом видео, зайдем в Deformation. И посмотрим, как она будет меняться, если мы здесь поиграем полосками. Вот такая она может стать у нас, вогнутая. Нам это не надо, неинтересно. Давайте другие полоски попробуем. Мы добавили полигонов, поэтому все так долговато прогоняется. В принципе, все нормально. Сохранять я в прошлом видео показывал как. Вот такая она становится изогнутая. Можно еще здесь кое-что поделать. Так, ну в принципе тоже нет. Давайте вернем все как было. Уменьшим ее немножко. .641 у нас полигон сейчас на ней. Вот такая фишка у нас выглядит. Все, в принципе, урок. Учитесь, тренируйтесь. Все, всем до свидания. Сохранять, кстати, вот Save As. Прошлые видео смотрите. Всем до свидания. Пока.